Наталья, следующий ваш вопрос не совсем не видится, наверное, корректным, либо я не понимаю тогда, с какой целью вы его задали, но я все-таки его немножечко прокомментирую, очень коротко. Насколько вы открытый человек для личного знакомства и помощи? Или вы только для своего круга близких, знакомых открыты? Действительно, не понимаю цели этого вопроса. Вы имеете в виду, что хотите познакомиться или как-то приблизиться, то в этом плане скажу, что, конечно же, я имею дистанцию с разными людьми разную. Есть те люди, с которыми мы делаем дело непосредственно в команде, это один уровень взаимоотношений. Есть просто желание помочь людям, поэтому я делаю все практически, что говорю, выкладываю, довожу до доступности для каждого человека. И в этом смысле я открываю свое сердце, в этом смысле я делюсь тем, что является моим опытом. О какой открытости еще вы говорите, наверное, это известно вам. Поэтому, безусловно, есть разная градация и, скорее всего, массово близости не получится.